Три барака на Первом Петропавловском переулке разваливаются на глазах. Стены идут под углом, полы рушатся, а потолки проседают. Люди, кто мог, из ветхих строений съехали. Остальные надеются на расселение. Дома на улице Первой Петропавловской даже снаружи представляют собой печальное зрелище. Покосившиеся фасады, осыпающиеся стены, деформированный фундамент. Дома ведет, лопаются стекла и оконные рамы. Каждый день под угрозой обрушения. Домам по 80 лет. Деревянные перекрытия просели настолько, что высота потолков уменьшилась как минимум на 20 сантиметров. Уже стал и туалет. Дом дает крен и постепенно складывается как карточный. Из-за деформации дома, из-за того, что крыша текет, у меня упал потолок в моей комнате. Мне пришлось даже детей отсюда убрать, потому что боюсь, что дальше будет обрушение. Трещины идут. Когда дождь идет, у меня вся стена сырая. В квартире Евгения вода на кухне льется уже полтора года. Ни один сантехник даже не решается вскрыть стену для ремонта трубы. Второй год подряд не работает бачок в туалете. В ванне я не моюсь, потому что у нас у соседа как бы тоже там деформация дома идет. Ванну тоже перекашивают. Я боюсь, что под нагрузкой. Я перееду на первый этаж. Дома в 2013 году были признаны аварийными. С тех пор в ожидании переселения латать дыры и замазывать щели жители перестали. Крысы, тараканы. Ой, тараканы это уже как домашние животные. Просто. Уже везде ловушки, все стоит, уже кошаки, все это. Ну, ужасно живем. Старались как-то поначалу делать ремонт, сейчас руки опустились. Просто уже незачем это все делать. Не знаю, стараешься как-то. Все рушится, все падает. Вот это вот все по голове летит, пока посуду моешь. В ответ на наш запрос в мэрии ответили, что в 2016 году заключили договор о развитии застроенных территорий с ООО «Айсберг», дочерней структурой компании Sky Group, которая обязалась расселить 12-е и 14-е дома. В телефонном разговоре застройщик заверил, что в новые квартиры жильцы переедут, но в 2021, максимум 2022 году. Все экспертизы были проведены, и дом простоит до этого срока. Sky Group обещала в ближайшие дни прокомментировать состояние, а также сроки расселения бараков на Петропавловской. Александр Попов, Александр Егоров, Новости УТС.